Монтаж гибкочерепицы Shingles очень прост и не требует особых навыков. Для монтажа черепицы понадобятся самые простые инструменты. Основание для гибкой черепицы должно быть жестким, сухим и прочным. Применяйте ориентированно-стружечную плиту либо фанеру повышенной влагостойкости. В качестве альтернативы возможно использование шпунтованной или обрезной доски с относительной влажностью не более 20%. Монтаж начинается с карнизной планки, служащей для усиления конструкции крыши и отвода воды. Она укладывается ребром на край сплошного основания и крепится специальными кровельными гвоздями в шахматном порядке с шагом 12-15 см. Для дополнительной герметизации на основание крыши необходимо уложить подкладочный слой. Для этого рекомендуется использовать подкладочные ковры Underwrap, либо их аналоги. Рулон раскатывают параллельно карнизу. Нахлёст верхнего ряда на нижний должен составлять 10 см. Далее подкладочный слой закрепляют специальными гвоздями для гибкой черепицы с шагом 20-25 см. Нахлёсты промазываются мастикой «Фиксер». Толщина слоя мастики не более 1 мм. Торцевой свес крыши усиливается торцевыми планками, которые монтируются поверх подкладочного слоя. Планки крепятся кровельными гвоздями в шахматном порядке с шагом 12-15 см. Монтаж черепицы начинается с укладки стартовой полосы. Она может изготавливаться из гонторядовой черепицы, у которой по линейке нужно отрезать лепестки. Тыльную сторону черепицы в месте отсутствия самоклеющегося слоя необходимо промазать мастикой «Фиксер». Ширина слоя мастики 10 см, толщина не более 1 мм. Стартовая полоса должна отступать от перегиба карнизной планки на 1-2 см. Торцевые элементы промазывают мастикой. Верхние углы черепицы подрезаются на 2-3 см для отбоя воды. Перед укладкой черепицы нужно правильно снять самоклеющуюся пленку, потянув за ее верхний край по направлению вниз. Монтаж осуществляется с помощью гвоздей для гибкой черепицы, которые забиваются в строго определенные места. При уклоне ската до 45 градусов каждый гонт черепицы крепится 4 гвоздями, а при уклоне свыше 45 градусов – 6. В коллекции «Финская черепица» гонт выше лежащего ряда сдвигается относительно гонта ниже лежащего ряда на половину лепестка. Рисунок кровли четкий, ортогональный. Монтаж гибкой черепицы Shingles прост, несложен и не требует специальных инструментов. Она долговечна, безопасна и экологична. Оформление коньков и ребер крыши осуществляется с помощью выкройки из рядовой черепицы. Для этого гонт необходимо разрезать на 3 равные части. Укладка черепицы на конек или ребро ведется внахлёст в направлении, противоположном преобладающему для данной местности направлению ветра. Тыльная сторона каждого лепестка в зоне отсутствия самоклеющегося слоя промазывается мастикой и прибивается специальными гвоздями по 2 с каждой стороны. Вы сделали правильный выбор для своей крыши.